Рассмотрим в увеличенном виде границу раздела между зазором с воздушным наполнением сверху и диэлектрическим наполнением эпсилон снизу, применив теорему о циркуляции к маленьким контуркам, расположенным на разном расстоянии от центра, который мы обозначаем R маленькое, можно показать, что в любом месте этой границы раздела E1 будет равно E2, поскольку они направлены вдоль границы раздела и представляют собой тангенциальные составляющие. Теорема циркуляции сама будет выглядеть таким образом. E от R по dR скалярное произведение равно нулю, как всегда, в случае электростатики.